Сегодня утром эта новость появилась на всех сайтах интернета. Нам стало известно о том, что сегодня ночью в страшную аварию попал российский актер, любимец всей страны Сергей Мурзин. Авария случилась на окраине Москвы. Сергей Мурзин направлялся домой после гостей. Он гостевал у своего лучшего друга на загородной даче. Не доехав домой буквально километров 20, его автомобиль на дороге вынесло с дороги, и он опрокинулся на крышу. Проезжающие мимо автомобили остановились, водители начали оказывать медицинскую помощь Сергею Мурзину. На тот момент, как говорят водители, он уже находился в бессознательном состоянии. Водители решили вызвать скорую помощь, которая приехала очень быстро и доставила Сергея Мурзина в одну из ближайших больниц города. На данный момент друзья, родственники и просто знакомые Сергея Мурзина пока никак не комментируют эту ситуацию. Сейчас он находится в больнице под наблюдением лучших врачей. Будем надеяться, дорогие зрители, что в этой истории будет хороший конец. Не забывайте только подписываться на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.